Я считал и считаю, что политически мотивированные санкции были ошибкой, которая наносит ущерб всем. Ну, уверен, мы еще об этом поговорим. Мы понимаем, как и под чьим давлением принимались эти решения. При этом Россия не будет, хочу обратить ваше внимание на это, не будет вставать в позу, обижаться на кого-либо, кого-либо о чем-либо просить. Россия самодостаточная страна. Мы будем работать в тех внешнеэкономических условиях, которые сложились. Развивать свое производство и технологии, действовать более решительно в проведении преобразований. А внешнее давление, как это было не раз, только консолидирует наше общество. Не дает расслабиться, я бы сказал, заставляет концентрироваться на основных направлениях развития. Санкции, конечно, нам мешают. Этими санкциями нам пытаются навредить, блокировать наше развитие, подтолкнуть к самоизоляции в политике, экономике, в культуре, ну, то есть к отсталости подтолкнуть. Но мир, хочу это подчеркнуть, я уже об этом сказал и повторюсь, мир кардинально изменился. Мы не намерены от него закрываться и выбирать какой-то путь закрытого развития, путь автаркии, и всегда готовы к диалогу, в том числе и по нормализации экономических отношений, ибо и политических тоже. Рассчитываем здесь на прагматичный подход и позиции бизнес-кругов ведущих стран мира.